Так, что у нас сегодня на завтрак? На завтрак, пожалуй, фаворит детских предпочтений – макароны с сыром, после – сладкий чай и мандарин. А каков он на вкус, пришел попробовать родительский контроль. Мама восьмиклассницы Татьяна Милюшина, частый гость в школьной столовой, признается, много общественной работы, но обед по расписанию. Считает, что брокеражная комиссия поможет в работе школьного общепита. На контроле первое блюдо. Масла сливочного более чем достаточно. И сыр. Не, макароны мягкие, вкусные. Все, ну, чувствуется, что нет излишнего какого-то постороннего вкуса. Иначе и быть не может, считать заведующая производством столовой. За 40 лет стажа она может отмерить количество масла на глазок. Но в общепите все строго. Технологические, калькуляционные карты и установленное меню. К нововведениям относятся положительно. В своей вотчине скрывать нечего. Они знают своих детей лучше. Поэтому если они какие-то нам сделают новые предложения, сделают нам новые пожелания, мы будем очень рады, мы прислушаемся к ним. Войти в комиссию по контролю за качеством питания может любой родитель. Для этого достаточно сказать об этом классному руководителю. Он несет родителя в списке. А вот отзывы о качестве питания можно оставить как положительные, так и отрицательные на портале Добродел. Чтобы работа поваров была оперативной, после дегустации родители оценивают блюда по пятибалльной шкале и свои пожелания оставляют в журнале. В этот раз сообщество родителей оценили завтрак на круглую пятерку. В Одинцовской лингвистической гимназии пошли дальше. После плотного завтрака или обеда каждый ребенок может оставить отзыв лично. Для этого достаточно взять яркий маркер, подойти к ватману и написать: «Макароны супер! ОТВ понравилось!» Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».